На Заячьем острове открылась выставка «Дома Петра Великого». Экспозиция рассказывает о жизни императора через призму его путешествий и тех мест, где царю приходилось останавливаться в многочисленных путешествиях. Когда говоришь о Петербурге, великом городе Петра, трудно себе представить, что на своих угодьях его основатель почти и не бывал. В год основания в своем домике на Петровской набережной он пробыл всего 100 дней, а в 709 году и вовсе 15. Где на самом деле жил император, теперь можно узнать на выставке в Петропавловской крепости. Экспозиция в комендантском доме представляет собой своеобразный путеводитель по местам, где когда-то приходилось останавливаться Петру. Помимо грандиозных и всем известных дворцов, на пути императора были десятки остановок и прибежищ, не дошедших до наших дней. О них рассказывают многочисленные гравюры и рисунки. Он брал город Нарва, и там появился дворец Петра I. Он выкупил здание для себя. Затем был взят город Таллин, Ревель, и там появилась его резиденция. Император постоянно пребывал в разъездах. А затем уже он сюда приехал вместе со своей семьей. Для него были построены к тому моменту уже постоянные дома. Каждый экспонат здесь ценен не как художественное произведение и даже не как пример архитектуры тех лет. Организаторы постарались рассказать зрителям про важность каждого из мест в жизни главы семейства Романовых. Например, про дворец деревянный в Коломенском, о том, что вот в этом дворце родилась дочь Петра, которую звали Елизавета, которая потом стала императрицей. Во дворце в Екатерингофе Петр в мае всегда проводил время со своей женой, и там родилась дочь Петра I Маргарита. Сегодня почти все здания, где жил Петр, адаптированы под музеи и выставочные центры. Дух домашнего уюта из них давно выветрился. Выставка в Петропавловке, по сути, единственный шанс увидеть в царе не только реформатора, но еще и дизайнера-декоратора. Сделать это можно до 1 сентября.